Привет. Все, заселилась я. Такая вот больница. Всем привет! Наконец-то я легла. Такая вот больница. Ну, больница. Туалет есть, слава богу. Единственное, где здесь душ узнать. Ну, короче, с горем пополам, все, наконец-то я легла. Вот. Натянули мне вот эту дырочку. Ага. Такие вот дела. Кушать хочется. А я специально дома не ела. Мало чё, вдруг нельзя. Ну и вот, ага, не поела. Но кушать хочется. Но у меня здесь это есть. Вот его. Этот есть. Да, разговаривал-то есть. Закушил. Когда прям сильно-сильно кушать захочу, поем. Такие вот дела. Ну, еще сок взяла. А я его еще вчера отпила, а в сумке он протекал, оказывается. Гаденыш. Угу. Протекал. Я сумку не замочила. Ну, вот сижу. Будем дальше ждать. Как там дальше? Сейчас сидишь и ждешь, что дальше будет. Интересно. Сегодня мне анализы будут брать. Тогда чего? Короче, обратное ожидание. Сижу, ожидаю. Что ожидаю? Ну, такие вот дела. Наконец-то я легла. Ну, что, все?
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот сидим, ждем. Чего ждем? Ждем, да? Я думала, уже привезли. А? Я думала, уже привезли. А, они на операцию везли, да? Да, после операции. А. Хотела узнать, как она. А, ну понятно, ага. На операции находятся две койки. Вот койка. И вот эту вот повезли. Значит, такие вот дела. Тоже. Ну. Всем привет. Сегодня 10-й день. Сегодня десятое число. Сегодня буду мне делать операцию. Вот. Так что держите за меня кулачки. Переживаю, конечно, я. Ну ничего. Сука, это целый год мучилась. Все никак не могла операцию сделать. Ну вот, этот день настал. Так что вот такие дела. Все, жду. Купила шуты. Такие вот. Вот на ноги. На ноги делать. Не есть, не пить, сидеть и ждать. Вот сижу, жду. Так что такие дела. Ладно, я с вами свяжусь тогда, когда после уже операции. Что смотрите и не переключайте. Заранее надо звонить. Ну, смотри, кому на базу приехал. Всем привет. Ой. Ага. Все, оперировали меня. Вот покажу. Вот такой вот. И будем лежать, ждать, когда заживет, потом выпишут 2 дня сборы, а, ну да, у вас и домой. Ну, нет, вот потому что билеты мне надо сдать. Оплачиваем билеты. Ага. Сказали, после выписки 2 дня, ну, да, от силы, и все, вернуться домой, чтобы билет был. Ага. Ну, уже сегодня сидит. Вот сегодня 9:00 утра оперировали. А ты что, на такси думала? Я уже сижу. Ничего. Так, вот, ага. Поужинала. Первый день поужинала. Молоко еще налили. Ой. Вот так вот, все, потихонечку. Хорошо одевай, положай душку. Ладно. Знали, что одеть. Это... Да, это не открывается. Так, показать больницу. Вчера снег шел. Хлопьями прям шел снег. Ну. Палата ничего, теплая, хорошая палата здесь. Ну, и так, а просторная. Ага. Ну, вот на какие большие. Вот так вот. Так что палата хорошая. Обед у меня. Чуть-чуть повысишь. Кафечка.
Всем приятного аппетита. Собирая все свои манатки, сказали, валите вы отсюда. Ну все сделали уже, что ж. Ну, все сделали, можно валить. А там еще доктор зашел, они смотрели. Говорит, это затягивание тот первый, который операция была, приехала. Второй терапии будет. Первая. Вторая не получилась, третью принять. Потерпить. Чего плохо? Я не думаю, это наркоза. Нет, ничего. Это у нас там, когда глядели, а там сезонки, вот это все, там все вершили, вот это все. Грибы вот эти, вот это там можно. Вот это не все, на три пошло, вот это все. И вам же стало плохо. Мне парень, это конкретно обидно. Ну, это Ну ладно, тогда все скинула. Потом это, ну я не буду стирать. У меня тут билеты. Всем привет. Билеты надо отказать. Последний мой. Я на операции была, чтобы за проезд оплатили. Хоть кашки есть. Когда на операции за проезд оплачивают. Все, кашки есть, я хоть поем. Да. Сейчас уже год начался, год-то другой. А ему в апреле снова ехать? Надо, чтобы это в апреле тоже снова платили. Ну ладно, раскупила это все. Я спокойно, а то я дергаю, думаю, вдруг уже... Купила. А то там тоже, вот, давайте, заметь, что уже раз билета нету. Все берут. Когда он мне сказал, ну ладно, когда купится, тогда я еще месяц выпрошу, когда купится. Обещаю.
отвечал от желудка, лечение написал, сказал 2 месяца. Сегодня домой. Диету пособлюдаешь, что все пойдет. Швы. У меня рассасывают швы, сами рассосутся. Хотела еще к этому кардиологу, а я уже не пойду. 2 недели. В ноябре была здесь, в кардиоцентре, я приезжала на проверку. Отдыхать. Будьте терпеливы. От тяжелой работы. Короче, домой приеду, еще буду на больничном 2 недели. Еще кто какой попадется, не знаешь, какой, что тебе еще хуже было. Никто же не знает. 2 недели на больничном. Вот интересная профессия. Назначил, до свидания. А как оно тебе будет? Кашки, конечно, вкусные. Никого не интересует. Приятного аппетита. Галя, дорогая эта штучка. Кого? Штатив? Угу. Да нет. Нет? Ну, это какие? Надо вот у нас посмотреть. Ну, 1000 чем-то. 1000. Угу. Пойду помою, мне ведь это... Выкину мусорное водопровод или как-то. Выкинуть надо. Я уже хочу, хорошо. Ну, так, где это? Это провод-то. Вот здесь я. Ну-ка. А, ну да. Все, все, помчалась она. Мусор туда скинула. И такая вот больница. Аккуратненькая, хорошенькая, просторная. Мне понравилось здесь. Все здесь хорошо. Такие вот дела. Так что потихоньку собираемся. Да я только под завтра. Сегодня сказали, не будут. Завтра вообще открыть все не решают. Да убить будут. Лазеры внутри. Но я сейчас этого молоденького, помнишь, который нас встречал, перевязку на мне? Он же, оказывается, сын этого врача, который нас ведет в палату. Но перевязки... Нет, здесь нет. Все, пошла забирать свои вещи. 4 часа валим домой. 4 часа. Меня зятёк заберет. 4. Все работы будет ехать и заберет меня. Сейчас пока вещи заберу. Все. Буду лежать, ждать. Такие вот дела. То, что поваляли, все. Болит. Да, да. На, будем с тобой. Ладно.
подвал. А, подвал. Точно. Еще ниже.